28 часов в пути пролетели незаметно, говорят юные путешественники. В Самаре все они впервые и ждут от этой поездки много впечатлений. Мы ждем того, что мы познакомимся с новыми детьми. Мы так рады, что мы сюда приехали, нам такой шанс дали. Все ребята занимаются в Киевском доме творчества Донецка. Поют, танцуют, участвуют в спектаклях, увлекаются рукоделием. В Самару ребята приехали не с пустыми руками. Нашему телеканалу они подарили вот такую рукодельную тарелочку в память о своем родном городе. Отдыхать и оздоравливаться дети из Донецка будут в Новокуйбышевском центре «Березка». Средства на поездку ребят выделены из резервного фонда губернатора Самарской области. Есть дети, у которых у них нет домов, они живут в общежитии. Есть дети, у которых родители, папы погибли. Есть дети, которые вот остались без крова. И это очень тяжело. И, конечно же, для них это большой шанс вообще куда-то поехать и оздоровиться. Поэтому огромное спасибо. Это большой подарок для детей. Это действительно такой огромный акт милости. Учитывая все обстоятельства, которые происходят у нас в Донецке, в Луганске, это очень важно. Это для деток, вот как они и сказали, действительно шанс отдохнуть, оздоровиться, может быть, даже наесться, я так скажу. В Новокуйбышевске дети пробудут 24 дня и вернутся домой в начале ноября. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, события.